Тисон «Солнышко», среднеранний сорт. Период от всходов до сбора урожая 55-65 дней. Плоды гладкие, дисковидные формы с редко зубчатым краем, диаметром 18-20 см, высотой 7-8 см, массой 300-350 грамм. Окраска плодов технической спелости темно-зеленая и биологической почти черная. Мякоть хрустящая, белокремового цвета. Товарная урожайность 4-6 кг на метр квадратный. Используется в кулинарии и для консервирования.